Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я расскажу вам о том, как я делаю свои бровки своим любимым карандашом. Так как я блондинка, и у меня светлые брови, вот сейчас вы увидите, да, они вообще у меня, ну, после автозагара еще немножечко в рыжину. Для меня очень сложно найти цвет, у меня все время брови были темные, и как-то я этим была недовольна, а я люблю еще широкие брови. И для широких бровей вот я никак не могу привыкнуть, чтобы они были очень темные. И я нашла для себя идеальный карандаш. И я считаю, что это карандаш для блондинок, и даже не недавно у меня подружка спросила, говорит, это что, у тебя карандаш? Как ты нашла такой идеальный карандаш, который прям в тон твоих бровей? Я говорю, вот такой вот идеальный карандаш я нашла. Это у нас Vivienne Sabo в номере 002. Девочки, если у вас светлые брови, обязательно попробуйте этот карандашик. Я думаю, что он вам понравится. Вот так вот он выглядит, 002, Vivienne Sabo. Он прям русый, русый-русый, мне очень нравится. С чего я начинаю оформление своих бровей? Карандашом я делаю это очень быстро, тем более этим карандашом вообще все супер быстро. Сначала я расчесываю свои бровки. Как видите, они у меня, щипаю я их только вот, если что-то лишнее здесь есть под бровью. Вообще я их не щипаю, и за счет карандаша я их оформляю, потому что я люблю широкие брови. Итак, я беру свой карандашик. И для начала я провожу линию, видите, так как здесь все неровно, я провожу ровненькую линию, аккуратненько, такими штрихами, до высшей точки своей брови. Дальше спускаюсь вниз. Все остальное я растушевываю тоже такими короткими. Вторую часть брови можно сделать темнее. Вот такая бровка получается. Здесь я тоже немножечко делаю штрихи небольшие. Как видите, я под низом совсем почти не крашу. Здесь аккуратные легкие штрихи. А здесь серединки лучше сильно нам не перебарщивать. За счет расчесочки я все лишнее убираю и растушевываю. То же самое проделаю со второй брови. Вот такие бровки у нас получились. Дальше я закрепляю их арт-деко гелем, чтобы они у нас были все в одну сторону смотрели. Очень сложно сделать две одинаковые брови, чтобы они были идеально одинаковые. Но вроде получилось. Вначале там чуть-чуть не до что-то было. В общем, вроде одинаковый, да? Напишите в комментариях мне в итоге, одинаково получилось или нет. Всем пока. Звонят. О!